Сегодня утром в центре Одессы пытались сжечь внедорожник. Владелец авто связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью. Он работает директором одной из компаний наружной рекламы и сообщил, что похожий случай произошел около 2 недель с его коллегой, руководителем другой рекламной компании. Информация о поджоге автомобиля Toyota на улице Старо-Портофранковской, 53, поступила в полицию около 11 утра. Владелец авто сообщил, что неизвестные бросили бутылку с горючей смесью прямо на лобовое стекло. В результате погорело крыло. Никто не пострадал. Также владелец авто написал заявление в полицию. Еще нам удалось выяснить, что владелец автомобиля является директором компании наружной рекламы.